Как возникло японское государство? Кто основал императорскую династию Японии? Как умение слагать стихи помогало в жизни? Как правильно вызвать противника на поединок? Почему кварталы красных фонарей стали центром культурной жизни? Обо всем этом и не только вы узнаете из нашего курса по истории древней и средневековой Японии. Япония прошла долгий путь, прежде чем стать той страной, какой мы знаем ее сейчас. Мы расскажем о становлении и развитии японского государства, о том, что происходило в самой Японии и о ее связях с внешним миром. Поговорим о поэзии, архитектуре, традиционных японских искусствах и других ярких культурных явлениях. Расскажем о колдуне-правительнице Химико, вражде братьев Минамото, о великом объединителе Японии щёгуне Токугава Иэясу и других выдающихся деятелей. Вас ждут дворцовые интриги и перевороты, эпичные сражения, история о верности и предательстве, о ненависти и любви. Присоединяйтесь и откройте для себя загадочную, самобытную, полную драматических событий и головокружительных поворотов сюжета историю Японии.